Дело красноярской банды автоугонщиков дошло до суда. Они воровали автомобили с 2018 по 2020 годы. Тогда в полиции Красноярска и Березовки поступало несколько заявлений. За дело взялись оперативники уголовного розыска. Им и удалось поймать подозреваемых. Двоих взяли в Красноярске, еще одного в Иркутске. Выяснилось, они перебивали кузовные номера с разбитых автомобилей на угнанные и дальше перепродавали их в другие регионы.